Добрый день, дорогие зрители, драгоценнейшие наши. Вот, мы тут гуляем. Иди Один туда, к серенькому. Побежали. Так Один или все-таки байк? Или все-таки рапид? Мы еще не знаем. Потому что Шкода. Ты Шкода? Ты такая Шкода? Ты такая Шкода? Ты бегаешь, да? И серенький, ну то что вы сделаете как-то, чтобы они вместе как-то были? Нет, та собака интересная. Да та девочка или мальчик, не знаю. Нет, ну что ты уставился-то? Все, он ушел уже. Вон сын у тебя. Без присмотра. Сын гуляет. Сын. Вот они, два. Два таких интересных пацана. Да. У тебя есть собака. У тебя своя собака? Куда тебе собаку еще? У нас и так целая псарня дома. Да? Ты куда побежали? Ты на солнышке не хочешь погреться? Идите вон, побегайте вас вдвоем. Втроем, вернее. Вот у нас маленький продается. Пишите отзывы, пишите комментарии, пожалуйста. Кто хочет, пришлем, если надо. То есть, потому что нам-то некуда его. Вот, а нам отдали. Тут в Барнауле желающих не так много, потому что тут хаски редкость. Вот поэтому тут маленьких каких-то берут. Зарплаты маленькие, зарплаты низкие. Ну, сейчас весь мокрый будет. Куда он пошел? Ну все. У нас дождик прошел, а в кусты полез. В кусты полез-то, а полазить-то побольше. Какой. Но знаменитые родители наши, нам жалко его отдавать, вообще жалко. Ну ты куда пошел-то? Иди туда, на травку, на солнышко. Иди на солнышко. На грязь не ходи, иди на солнышко. Куда ты в грязь пошел?